Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня Серега будет аниматроником, а мы с кто-то и Роркой будем охранниками. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Включаем свет. Эй, ты что там шелестишь? Игровые автоматы. Я помню, на этой карте мы играли прятки, было очень прикольно. Кого-то красный свет. Ты помнишь, да? Когда мы кого-то не могли найти долго. А, меня я вроде на автоматах там шкерился, сидел. Так, а на улице день. А там очень темно, в самой пиццерии. Оптимизировано пиццерии, мы играем восьмером, вообще четко все идет. Так, как всегда, Гаррис Мод на высоте. Но не все карты. Так, пацаны, вы слышите эти звуки? А ну идите сюда, сакуны. Плохо нет такого оружия, которое бы простреливало полностью все стены. Или есть такое? Ну, мне кажется, есть. Знаю. Есть, есть. Надо отдельные аддоны качать. Я дверь закрываю. Есть, мы успели, пацаны. Мы сделали обход и успели. Так, у нас тут экран, мы видим, что происходит. А, там наш кентуха. Ну что, извини, ты на расход пущен. Так, 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 наблюдаем, что они делают. Ого. Они превратились в агрессивных. Это другой режим. Ого, он бешеный, Фокси. Ты чё тут бегаешь? Так, 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 убежал. Какой-то психованный. Приходит и... Нет, это убежал. А вот и я, Димас. А я ж не знаю, где ты. Ах ты ж лоб. А, блин, да как ты такой быстрый? Всех мочишь и своих. Давай. А по своим? Это знаешь, как Серега называется? Free Fire. Обстоятельства. Отвали от нас. Ой. Ой, я все жму подряд. Какой-то звук странный издают они. Так, красное это закрыть. Все, я понял. Слышите этот звук? Так, охранники сваливают. Вы что, уходите отсюда? Так через вентиляцию? А кто там орёт? Такой звук, как будто вентиляция орёт. Так, так, так. Идем. Диман, ты это лучше не видишь. Я вижу этого челепиздрика. Мочи его. Так, он прикрывает этот проход, мы идем дальше. Нифига себе, он там валит жестко вообще. У тебя что там этот, бесконечные пули? Так, Фокси убил нашего. Но нам все равно, мы продвигаемся. Никого нету, все четенько. Так, давайте пока оружие возьмем мощнецкое. Ой, я сам себя прикончу. Так бывает. Возьмем не читерское оружие, а монетку. Димас, ты где? Пошли играть. Так давай погуляем, чего ты? Сыкаешь, что ли? Я тебя ищу. С тобой погулять хочу. Погуляешь, погуляешь. Тренировка обстоятельств. Классная отмазка. Серега, только не будь невидимым, не будь сыкуном вонючим. Я не невидимый. Не невидимый. А у нас Фокси. Это было жестко, я тебе скажу. Ого! Оно что, простреливает стены? Ну нафиг. Ах ты. Сколько монетка? У тебя сколько жизни было? Да мне с двух ударов убил. Вот, это прикольно, мне нравится. Ну чё, напугать меня не можешь ты уже? Ты уже не такой деловой. Сейчас напугаю тебя. Так никто не может, только я. Ну это мы посмотрим. На секунд. Блин, дверь за кто-то закрыл. А, это ж мы ушли. На! 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 В живот прям! А, с ножа меня зарезал! Я буду мстить. Я буду очень сильно мстить. У вас тут камера упала. Случайно, да, еще скажи? Да, ты что тут делаешь, говно? Блин, просрала монетка моя из-за того, что тут мои. Ты что сидишь, отдыхаешь? А ну-ка, пацаны, не подходите до двери только.
Давайте вот так попробуем жахнуть. Так, Ерорка, давай нашу тактику. Какая, тактика крысы, что ли? Иди сюда. На, убил. Красава я. Пу. Пу. У нас тут война идет жестко. А, просрала, да как? Давайте вот так встаем и стреляем в проход все втроем. Жопа! Блин, прикольно получилось. Стеной встали, стой, стой. Я свой. Тихо, 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 тихо. Он где-то здесь сейчас вылезет, этот говно. Ты чё орёшь на меня? Пугаю тебя, засранец. Давай, давай. Испугай нового человека. Пацаны, отойдите, отойдите все. От окна. Отойди от окна. Почему она просирает? Да почему она просирает? Почему? Потому что ты бэт. А, меня заморозил какой-то чудикс. А, не надо. Ой-ой-ой, это было сильно. Молодец, Димас, своих убивай. Ай, больно. Да блин, просирает монета. Ах ты, серьезно. А я узнал, кто, оказывается, кидает в нас своими ледяными какашками. Кто? Это вот ваш кто-то. Правильно и делает. Я буду огненными какашками кидать. А, извинись. Так, пацаны, давайте возьмем что-нибудь посильнее. А что там за оружие? Во, я же скачал мод новый на оружие. Не использовал ни разу его. А ну. Офигенный мод. Мне подписчик какой-то порекомендовал его. Димас. А вы куда ушли? А, ты вот там вот, говно. Ладно, ладно, убил. Ладно, отступаем, аниматроники. Ого! Вот это сильный аддон. Вот это у него отдача. Вот это мне к стене прижимает аж. Пацаны, ну что? Как вам автомат? Очень офигенен. Офигенный мод. Хочешь, скажу, как называется? Давай. CP Base. CPT Base. Вот это он сжигает, аж шипение идет. Ой, я слышу, ты взял его. А, это я. Прости. Обстоятельства, я понял. Пацаны, давайте как тогда стеной становимся и гасим его. Мочите, мочите. А, аккуратно, аккуратно. А. Козырь в рукаве. Ну что, я иду. Терминатор идет! А не будешь шмалять? А, это жесть, что мы тут устроили! Надеюсь, вам, ребята, нравится. Вы поставите лайки, подпишитесь на канал. Потому что реально ролики каждый день. Мы стараемся сделать какой-то вакханалию постоянно. Блин, классный мод! Он мне нравится! Да ладно, я проверял это оружие, мне интересно, как оно стреляет. Вот это что у нас? На во. Вентиляции сидел, да? О, прикольно. Ну, а, серьезно? Жлобс. Не подходи, я псих. Я тоже. Так, пацаны, пока там стреляют, я здесь пойду.
Он не бросал меня. Нас сразу с одной пули вынес. Вообще псих. Никто не пройдет эту вентиляцию. Кто? Ну... Я слышу. И такая тишина, да, пацаны, сразу? Так. Фух, слава богу, затишье, реально. Эй! Эх! Это не атомная бомба, это ион. Пацаны, все, пошла жара. Ионные бомбы в действии. Я понял. Бум! И еще одна. Ребята, это просто ничего не видно. Как всегда, эпический взрыв для вас. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подписчики. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая карта FNAF 3, которую я видел только сегодня утром. Ее сделали, свежачок. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Рубрика «Аниматроники пугают охранника». FNAF 3 кооп. Ну что, пацаны, это будет очень жестко, потому что я буду использовать только последний новый пак, который мы скачали недавно. А он мочит сразу трех, могу показать. Вот так вот. У вас даже у всех анимация была одинаковая. Так что, это было очень классно. Короче, что мы делаем? Какие правила? Я могу убрать с этого пака. Я не могу их атаковать в этом режиме. Я могу атаковать только когда переключусь. А это есть анимация, они за это время могут убегать. И теперь я очень злой. Да, я могу даже бегать. Так, а это анимация у нас. Так, а это я каким стою? Рахитом становлюсь. Смотри, как я бегаю медленно. Такой звук прикольный. Так, пацаны, давайте покажем, что у нас тут внутри. Пацаны здесь обустраивались, поставили себе РТ-камеры. А ну-ка, попереключай, покажи, что у тебя здесь. А, даже кнопки сделал, нифига себе. Ну, смотрите, прям красавчик. Так. Короче, здесь на карте есть шкафы. Если в него зайти и закрыться, я убивать не могу. Сейчас я вам быстренько покажу карту. Даже скачали мод на двери, теперь можно двери ставить любые. Открывать, открывать, закрывать, говорю. Так, подождите. Что-то не... кнопка заедает. Не? А ну, откройте, пожалуйста, пацаны, дверь. А, они у вас медленные. Понял. Так, ну что, будем тогда начинать. Сейчас я, конечно, очень быстро бегу. Возле меня не ходи, я буду сразу убивать. Сиди у себя в будке там. Так, что-то я ходить не могу, я застрял в нем. Так, пацаны могут использовать оружие, не могут использовать только взрывоопасное. Говорю, не ходи, возле меня я очень злой. Так, этими аниматрониками я не могу убивать, я могу кидать только скримеру. Все, у него сейчас... Он ничего не видит какое-то время определенное. Я могу издеваться над ним. Еще раз даже кинуть. И он не знает, куда бежит. Заблудился немножечко. Только этого есть другой режим? Нету. Так, пацаны, вы тут своего забыли. Он не может зайти теперь. Хорошо, хорошо. А что ты оружие? Мочи меня, у меня 10 тысяч жизней. Я же не могу тебя убить, а ты можешь меня мочить. Я буду немножко шкериться. Блин, классно, что когда нажимаю Shift, он летает. И очень быстро летает. Куда они стреляют, непонятно. Круто. О, давайте, если будете меня замораживать, я не могу двигаться. Прикольно, кстати. Во, все, я не могу двигаться. Вместе с этим челиком. А, заморозили, заморозили. Так, беги, беги, беги. Сваливаем, сваливаем. Так. Ах ты, жопа, увидел меня. Сам себя убил. Неплохо я их мочу. Так, вон еще один челик. Давайте покажу, как появляется Фредди. Бонни, Бонни. Он вылазит прям с этой штуки. Так, я другой режим беру. Я маску скинул. О, я могу проваливаться. Все, они меня не видят. Так, 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 а где же я? Чик. Ой, что-то я наполовину появился только. Чик. Ушел. Так, бегает, бегает, ищет меня. Блин, так еще ни разу не играли, в этом прикольно. Какой-то мод такой интересный очень. Чик. Ушел. Чик. Появился. Скример тебе кидаю. А я могу лечь?
Не могу тихонько ходить. Классно, кинул скример и убежал. Он даже не знает, где я. Эй, а почему у меня жизнь не тратится? Я же еще не появился. Расшатывайся, быстрей. Бум. Ты на кого батон крышишь? Я вылажу. Опа, я здесь. Плохо не могу. О, я право. О, офигеть. Так, за ним идем. Так. Классно, я под землей могу за ними наблюдать. Давайте полетим в их офис. Так, где их будка, я помню. Нет, не здесь. Я могу вообще по всей карте перемещаться. Сквозь пространство и время. Так, сидят в будке. Опа, тут я появляюсь. Ой, по пояс. Запара небольшая. Вот так вот. Чпонькс. И через двери вам скример кидаю. Ничего не видите в это время. Эй, ты чё стреляешь? У всех аниматроников... Ого, я горю! Нифига себе! Я и тебя подожгу сейчас. Классно запрятался. Так, а где я? Ищет меня. А меня нету. Чпонькс, а я тут. Побежали. Так, черт возьми. Где он? Он же здесь был. Я могу скример кидать через полы даже. Ну нафиг, отвали. Не, жизнь, кстати, не тратится, когда я под полом. Круто. Так, надо какого-то маленького взять. О, металлический робот. Вставай, мужик, тебя мочат. Да ладно, я не могу ничего сделать. Да хватит завораживать. Алло, мужики, мочат. Так, давай, растаивай. Заморозили моего терминатора. Оживай. О, он оживает. Так, ты чё на кого батон крышишь? Я не могу даже двинуться. Он мочит. Вот это убийца идет. Ну что, пацаны? Странный звук он издает. Подождите, а есть другой режим? Эй, ты что делаешь? Так, сидим, пацаны. Давайте сделаем от первого лица. Ты что, меня увидел в шкафу? А жизни не тратятся-то. Тратятся. Не ходи здесь. Так, я вышел погулять. Ты чё морозишь? А чё со мной? Я замер, пацаны. Ха-ха-ха. Чё такое? Ты чего? Двоих сразу. Я не могу лазить, вот в чем прикол. Не могу, не знаю как. Так, пацаны идут, я слышу. А чё меня не мочите? Ого, бензопилой в жопу. Ты что делаешь? Я даже не могу двинуться. Блин, они меня сверлят. Мочи их. Нифига себе, ты меня убил. Так, хорошо, давайте еще возьмем. Кого я не брал еще с пилпака третьего? Новые. О, Фокси. Фокси, лежим. Фокси, вылазь. Чпонькс. Ах ты жлоб. Классно, я провалился сквозь землю. Опа, и нет у меня. Чпоньк. Чпонькс. Беги, Фокси, беги. А! Я аж упал. Так, они меня палят. Чпоньк. Ты не зайдешь сюда. Так, заныкался. Никого?
Понял? На, сам... Ты сам себя убил. Давайте уже выйдет самый главный с FNAF 3. Вы что думали, самый умный? Выходит самый наглый из всех аниматроников. Так, я могу только в одном режиме их убивать. А, да дайте встать. Да что со мной? Я не могу, я застрял. Так. Тут камера чья-то упала. Блин, что-то мне плохо. Что-то меня трясет сильно, что со мной? Аниматроник, оживай. О, пошли. Отлично. Ты же знаешь, что... А, я не могу так убивать. Когда, пацаны, вы смотрите внимательно, когда начну перевоплощаться, лучше бегите, я буду всех мочить. Пока месть не могу, у меня жизни тратите. Отвали, отвали, я убегаю. Ха-ха-ха, своего замочил. Так, челюсть выровнял. Досверлился. Я когда перевоплощаюсь, у меня жизни пополняются. Да, смотрите, я опять пришел. Я же уже теперь мощный самый. Теперь вы должны убегать. Ребята, не могу мочить тех, кто в шкафу. Тех, кто будет не в шкафу, буду мочить сразу. Так. Ищем, ищем всех. Вот это у меня бег быстрый. Я как они бегаю. Ты смотри. Так, давайте это... А! Заморозил! Да двигайся! А где он по мне стрелял это кабакой? Не подходи ко мне. Я очень жесткий. А, еще раз заморозил. Это замораживающие гранаты. Надо валить. Уже не достают. Ого, шар! Бум! На, нормально жахнуло. Ай! Я этот терминатор, могу через двери проходить. Все, ребята, теперь это моя пиццерия. А, нифига себе, у меня льда. Чик. Нормально, нормально, смотрим. Еще одна граната. А, блин, замораживает жесть меня как. Так, вали, вали, отвали от этого прохода. Они кидают гранаты. Я вижу, они ходят. Это моя пиццерия. Да как ты ее открыл? Это же моя. Закрывайся. Как он дверь открыл? Через стену, что ли? А, ну. Откуда там стреляешь, я тебя не вижу. Так, так, так. Все, я захватил пиццерию, аниматроники сегодня хитрые. Никого не пускают. Умный человек бы так не сделал. А, сверлит. Я не могу его убить, да что такое? А, вот так, да, значит? Блин, в каком-то галимом режиме. Перевоплощайся. Да блин, пацаны, вы меня как-то зажали. Когда они меня мочат, я не могу перевоплощаться. Блин, да отвалите. Игей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Стаканчик, Серега, Бродяга. Как всегда, очень много классных подписчиков. Скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Здоровья. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как мы и обещали, все будут аниматрониками, а мы с Серёгой вдвоем охранники. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Серёжка, закрываем для начала двери, осваиваемся, потому что подписчики сказали, что будут ходить нас сегодня жестко пугать. Так, смотри, сколько их тут. И тут Фокси, и здесь Фокси. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Пацаны, дайте дверь открыть хоть на секунду. Пошли вон отсюда. Ой, 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 Серега. Заходи, заходи назад. Заходи, заходи. Сегодня будем веселиться. О, я слышу, опять бежит. Да это что вы? Гармонист, иди на гармошке песни пой. О. Так, так, так. О, еще один. А, я вижу, я вижу. Лицо свечу, уходи. Классный мод на фонарик, очень круто смотрится. Чпоникс. Так, смотри, кто еще тут пришел. Это говёный Фредди. Смотри, смотри, ой, тёмный Фредди. Ты что творится, ребята? Че вы деретесь что ли? Кто будет возле окна стоять? Гачи-мучи. О, смотри,
и замер. О, смотри. Пошел вот это кабан. Нифига себе у него руки, видели? Обиделся Серега, взял, оскорбил аниматроника. Еще один пришел. Ну, конечно, жирный золотой Фредди пришел. Как его не оскорбить? Они там все крякают, кряхкают. О, а смотри, кто пришел, Спринг Бонни. О, и волчара. Ого, да вы че, вообще сумасшедшие. О, смотри, голову вывернул. Тебе не больно? Нет. Так, а здесь? Ого. Дим, я сейчас сюрприз туда закину. Давай. Закрывай калитку сразу, на. Попей воды. Бон аппетитос. О, стучит, смотри, я помню эту анимацию. Хоть посмотрю, как она выглядит, когда это изнутри. Слышь, ты нам стекло разобьешь. Будешь мыть стекла. Да он убежал. Он таракана там придавил. Открываем двери на секундочку хоть. Отлично. Смотрим внимательно. Пока мне все хорошо. Серега еще даже ни разу не проиграли, потому что мы профессиональные охранники. Да. О, слышу, челепиздрик идет. Закрываем двери. Марионетка тут, Дим. Никого. Ай-яй-яй, бежит-бежит, успел. Если вы подойдете, мы не успеваем дверь закрывать, так что вы нас напугаете. Так, Серега, давай, просыпайся. Пора на работу, в пиццерию. Хочу работать, у меня еще 5 минут. Слышь, ты что тут сальтухи крутишь? О, прикольно. Челепиздрик называю я на него, ушел. Мониторы поломанные, все полома... О, с этой стороны пришел. Блин, я хотел только двери открывать, он уже пришел. А, нет, как его лучше? Purple Freddy. О, эндоскелет. Я думаю, что я не вижу, что ты там сидишь и смотришь. Ржешь, а? Так, марионетку вижу, стоит. Слышь, я вижу твой микрофон, зарыпряй свою руку, вонючую. Убери твой этот VD-900 микрофон конченый. Ой. О-о-о, там я видел, я видел. Ой-ой-ой-ой, он идет сюда. Димка, я думаю, пора наказывать аниматроников. А каким образом? А вот таким. Че ты за мешок цемента у тебя в руках? Я ты взорвешь нас. На. Нет. Ого, он что, он там дрожит? Закрывай. Так, я вот так по краешку. На. Ты давай открывай, а я буду кидать. Давай с этой стороны. Отличная тактика, так, мне нравится. Давай еще, я постараюсь сразу две закинуть. Ой. Серега, а если ты взорвешь, мы умрем или нет? Да. А если вот так вот прям в уголок запрыгнуть? Нет. Все равно умрем? Да. Придется жертвовать собой, что ли? Говно. Закидывай тогда все, мы откроем двери, они сюда зайдут, и мы пожертвуем с собой. А побольше. Ой, сколько, ребят, вот это у нас сегодня... Трэш какой-то с аниматроников, все лезут к нам, все хотят охранников уничтожить. Но мы эти... Я на тебя нацепил бомбу. Камикадзе, пожертвуем с собой. О, смотри, кто пришел, он может через это убить, через окно даже. А ну нажми удар, ударишь или нет? А, нет, все, надо отойти. Нас, мы все равно умрем, на тебя бомба зацепила. Ничем, мне нравится. Ого, пришли. Вот это великаны. Че, Серега, взрываем? Открывай двери. Давай, на счет три. Ты эту открываешь, я эту. Все, взрываю. Ух ты, я хотел еще выбежать. А вдруг? Ай, закрывай калитку. От блина. Слышь? Ай, я застрял. Так, выходи. Ушел, отлично, закрываем. Здесь открываем. Ой, закрываем. Нет, это так не работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, а я открыл, ты закрыл. И так мы и жили долго и счастливо. А, в этой карте двери не убивают. Было бы прикольно, если бы дверь мочила. А, на стол не пускают допрыгнуть, я понял. Да что ты вечно умираешь тут? Ломается, говню. У него батарейки хватает только сюда дойти, а потом она садится. Думаешь, я тебя не вижу с правой двери? Твой нос торчит там.
Вот ты видел, Дима, нос торчал в двери? Не-не-не. Я дурак. Не вижу его. А его нету. А вот он ушел уже, он в невидимке. А он есть. Пока, Дима. О! Эй! Закрывай, закрывай. Вот это жесть, он ржут. Че у нас не убирается в нашем офисе? Куча паутины. О, шкатулку кто-то принес. Опа, стоит. Красавчик. Пошел, пошел. Я вижу тебя, ты ползаешь. Тогда чуть посмотрим здесь. Ничегошеньки нету. Как-то спокойно, тихо. Эй! Марионетка психичка. Прикольная анимация вот эта, очень классно смотрится. Смотри, какие у нее глаза без маски, просто две точки. Да, 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 да. Офигеть. Марионетка. А рта даже нету, прикинь, Зим. Ну да, а на маске есть, как будто кричит. Да. Зато зрачки есть, в чем прикол, да? Угу. Опа, я вижу здесь тень аниматроника вроде бы. Да. Ага, тебя видно. Если бы еще тени откидывали, вот это был бы вообще трэш. Ну. А давай им откроем и закроем. Оп, оп. Я пузо вижу твое. О, пришел. Твой Бонни. Красавчик. Ну а что ж, в большой семье клювом не щелкают. Так, пока мы слились два раза. И это уже хватило, чтобы мы запороли ночь. О, я запрыгнул. Думал, сюда нельзя запрыгивать. Я тебя, Серега, вижу. Вон он лазит. Так, смотрит, смотрит. Я тебя вижу. Мы дверь открывать не будем. Ты нас замочишь сразу. О, еще один. Ну что, по очереди здесь? Бежим, бежим, бежим. Чика стоит. Ух ты. Оно. На. Меня убили. Всех подряд мочат. Смотри, эндоскелет. Прикольно. Стоит. Руки вверх, штаны наверх, да? Давай ничего. А, не, ушел, ушел, ушел. Ого, у нас тут черная. Надо уже полы мыть. Ой. Да блин, я его не увидел. Ну не увидел его, он сильно жесткий. Я крыса. Замочил нас двоих. Красавчик, красавчик. Ну а что ж, надо быть внимательным. Так, кто у нас тут топает? Вы плитку поломаете, тяжеленные аниматроники. Рассмотрим изнутри, прям видно механизмы. Крючок. Пасти, золотые зубки. А что ты золотые? Где родные? Выбили уже, да? Да. Ушел. А нет. Опа, включил добрый, да, злой режим, тихо, не надо, не надо, я его боюсь, а. Смотри, какие глазки. Классный аниматроник. Ого, у него пятак какой, прям дышит мне в нос. Я нюхаю тебя. Ага, понюхай, понюхай. Фу, говной воняет. Так, открываем. Да блин, да что, его не видит? Он специально подкрадается на подкрадулях, чтобы мы его не видели. Да, блин, ну умный аниматроник. Самый умный аниматроник сегодня у нас. Самый умный аниматроник в пиццерии. Так, Серега, теперь надо нам этот, внимательно, перед тем, как открывать, я буду все чекать. Так, никого... Есть! Чика. Я мальчик. Твой отравленный кекс есть не буду. Иди его довари. Чиспикень. На мангале дожарь. Я вижу, возле двери стоит здоровенный аниматроник. Давай с этой стороны откроем лучше. Да блин, я успел. Там кто-то был? Да, черный чилипиздрик пришел. Вон я его вижу, пятак просвечивается. Это Голден Фредди. Слышь ты, своей головой тут не махай, на тебе. Так. Выключился. Ну-ка, он там один, кажись, был, я выйду. Серега, будь надо аккуратней. Какой умный чилипиздрик. Так он в невидимке был, конечно же. А я его увидел. Опа, когтяки у него, ничего себе. Так, смотрим с этой стороны. О, стоит. В невидимку зашел этот говнюк. Ах ты, блин. Я его заморозил, Серега, но он нас мочит. Да блин.
Я ж дергаю себя, сейчас сердце вылетит из жопы. Тебя заморозили, говно ты такое. На тебе. А, вот так значит. Так, открываем. Наверное, никого нету. А, я даже не... О, ой. Компания сидит. Вот тут точно никого нету. Нет, тут тоже кто-то есть. Замуровали демоны. Так, да, окружили нас. Я без боя не сдамся, Дима. Я знаю, что возьму сейчас. У нас есть гранаты красные, которые обсерейшн делают. Так мы тоже сдохнем сейчас. Не, я кину туда. Вот так вот. Смотри, как оно его дамажит. Не подходи, не подходи, Серега. Он, видишь, не может теперь подойти, его отталкивает. Дамажит, дамажит со всей силы. У меня один хп остался. Ах ты. А как так-то? А ты от собственной гранаты умер. Так она вроде далеко была. Давай здесь скину. На, попей. А, давно. Блин, мы сейчас будем умирать, да, по чуть-чуть? Да. Ого, ты тоже кинул или нет? Нет, это ты кинул. Блин. О, я эту газировку знаю. Такие трупы лежат. Серега, просыпайся, это все нам снится. Взрывай, взрывай, взрывай. Я даже не буду возрождаться специально. Дорогие друзья, с вами Димас, редиска, бульбазавр, Андрюха, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, пацаны. Всем здорово. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацаны, бегите в свой офис, можете строить себе там двери мощные, а я буду вас пугать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я беру аниматроника и иду к пацанам. Но очень медленно. Так что у вас есть время все там построить. Все, я погнали. Я буду делать бабушкины калитки. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, я пошел. Очень медленной походкой. Двери, да? Слышно, да, меня? Я иду. Да. Ну да, вот. Ну вы слушайте, не пускайте, главное, меня к вам в офис. Это ты зря. Hello, baby. Оба, что-то за звуки. Это я строю. Аниматроники могут через вентиляцию. Слышно вам? Да. Что вы там я делаете? Могу быстро медленно ходить. Да еще двери делать. Так, а я иду к вам. Господи. Так, давайте сюда сходим. Немножко темноватая пиццерия. Но в этом есть прикол, антуражно. А кто тут ходит? Типа. Застроились. Зря. Господи, страшно. Ну а что ты хотел? Бульбазавр, да я тут изучаю аниматроников классных, он мне ножичком в спину. Решил маньяка туда сыграть нам. Да. Хорошо. Испоганься. Дидись. Это дверь. Дайте им уйти. Так. Боитесь? Хорошо. Я нет. Сейчас. Я тоже нет. Ой. Ой. Ой, упала. Я слышу свой звук. Я кого-то я слышу. Я вот тоже. Нишу. Слышно? Да. Отлично, я вам отомстил за тот раз. Так. Это строить нормально не может. Вы какие-то что, арахиты, как и я? Я отомстил. Так, так, так. Стрёмно. Так, я понаблюдаю из-за окна, как вы строитесь. Да, Спайдермен, кстати, это, спиной бегает вперед. Это не странно? Это лунная походка. Так, отлично.
четвертый. Здорово. Че там, суетитесь? Так, пацаны меня сейчас найдут, я там за углом сижу. Ладно, я обманул, я в другом месте сижу. Я вижу конкретно, что в офисе практически никого нет, только Спайдермен. Спайдермот. Никого нету. Оно зашло. Бонька, Бонька смотрит. Смотри, где же Димка заныкался? Нема, нема. Бонька, ищи меня лучше. Вышел. Вернулся. О, на картофанах Бонька сидит. Да пошел. Он в офисе 100%. На тебе, ты чё тут не умный сильно или что? А, я понял. Алло, на. Я пошел, прощайте. А где он? Где он? Сидел с ними. Слышишь? Да блин. Это прикольно, мне нравится. Так, сейчас мы тут пост... Ладно, давайте видим им стану, чтобы вы видели меня. О, я через предмет ты пыхнулся, это было мощно. Меня не видно, я спрятался. Решили использовать читерское оружие. А ты меня не увижу. Короче, я вы своих пригвождаете, что вы делаете? Димас, у меня анимация... Блин, как же тут пройти? Ой, исчезай. Я застрял. Бывает. Все, другого аниматроника беру, потому что у этого 100 тысяч жизней. И скорее всего, что в этой серии вы меня не сможете убить. Давайте возьмем какого-то вообще легенького. Давайте чисто по приколу, чтобы было весело. Давай, убей меня. Я потом позову своего батю. Все. Я своего батю зову. Сейчас. Да, у меня батя есть, он очень злой. Я своего батю сейчас. Не-не-не. А я иду, ой. Иду. Пацанчиков мочить. О, я уже понял, какой батя. В пиццерию заходить. Бонни. Так, ладно, батя Бонни убежал. Ты же видимый? Видимый. Я всегда видимый. Кстати, Лефти не может быть невидимым. Ничего себе, батя. Батя злой. Вы моего сына убили, конечно. Если ты позовешь, убьешь этого, я позову дедушку. Все, я деда зову. Дед еще злее, чем я. Сейчас. Я убежала дедушке одной. Кстати, прикольно, сюжетка у нас целая. Так, дед. Кто у нас тут дед? Есть у нас дед. Сейчас. Во. Старый, поломанный и походка, как у деда. Все, он идет. Ну, дед непростой. Дед может вставать невидимый. Блин, опять? Опять невидимый. Ну чё, выйди. Вижу. А, не понял, кого он взял. Привет. А, нет. Это дедушка пришел. Агрессивный дед. Очень дед злой, очень. Дедушка. Есть злая бабка, а есть злой дед. Дедушка, это ничего не принесли, да? Я же сказал, что вы зря обидели моего внука. На тебе. Давайте, мочите меня, у меня 8000 жизней. У вас, скорее всего, не получится. Угу. Может, ту монетку знаешь, куда засунуть? Да. Пользоваться научись ею. Победа должна быть на нашей стороне. Ага. Сомневаюсь. О, блин, застрял в этой калитке. Жирная жопа. Ты чё, я не жирная жопа? Я худая жопа. Он где-то на улице не видел. Улица. Я его шаги. Я тут ай-яй-яй, больно. Не должно быть. А, вот так, значит. Буду тебя выслеживать тогда одного. И мочить. Не буду, девочка.
Ребят, где он? Как это не буду? Конечно буду. О, давайте, я должен, короче, зайти в пиццерию и заложить бомбу там. Так, сейчас. Кого? Бомбу заминировать, короче. Это Counter-Strike, только с аниматрониками. Аниматроник-террорист? Да. Давайте, а вы контртеррористы. Так. Я скажу, когда бомба будет заложена. Так, выбираем бомбу. Да помощнее. Ждите взрыв с крыши. С крыши? Да-да-да, с крыши, потому что так вас точно убьет. Вы это слышали? Да. Я упал бомбу. Нет, ну вот это где зря. Бомба? Где бомба? Бомба? На. Нет. Я живой, кстати. Нет. А, нет. Ты умер. Такое тоже убивает. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, Семка, King on Fire, Quest, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите смотреть на моем канале и набирает миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 4, которую мы не записывали 1000 лет. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Веселиться. Как всегда, ваши любимые бабушкины калитки. А ну, пацаны, понажимайте кнопки, проверим, что все работает. Так, прижимная работает, отжимная работает. Отлично. Ну что, выживание началось? Аниматроники сегодня очень злые, надо быть очень внимательным нам. Слышь ты, чили... Эй, наваливаемся все на калитку, наваливаемся, толкаем, толкаем. Отлично. Я пролез. Не, все... Да как ты пролез? Ты же толстый маленький чилипиздрик. Ты должен был свалить отсюда. Калитка наверх поднялась. Я взошел. Так, ребята, не забываем ставить лайкосик. Подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Это кто издает такой конченый... Эй, держи, 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 нажимай, нажимай. Один наш пожар... Эй, зря ты калитку съел. Надо строить, ребята, сейчас мы построим заново калитку. Покажу, как строится. Кто не знает, вам все покажу. Ставите прибор. Прибор. Ставите... Коллитейшн. Берете веревку. По уголкам. Вот так вот. И вот так вот. Берем толкатель. Вот так вот. А ну-ка проверяйте кнопки, работает? Отлично. Ребята, все отлично. Бабушкины калитки, как всегда, рулят. Внимательно слушаем. Пока будем использовать кнопки в самый крайний момент. Будем просто толкать калитку своим весом. Надеюсь, это поможет. Толкаем, толкаем. Так, где наваливаемся. Ушел, ушел. Так, на эту сторону пошел, ребята. На эту сторону. На улице красный туман. У нас все по канону FNAF 4. Эй, пацаны, вы что там делаете? Эй, блин, да ну что ж мы так играем не внимать. Я специально подался, чтобы было интересней. Аж смешно, да, стало, Серега, поддался специально. Да, я поддался. Я все это время у тебя за спиной стоял. Да ладно, да ну как? Должно быть справедливо, ты несправедливо играешь. У аниматроников справедливости нет, главное убить охранников. Что это за звук конченый? Походу, это тихо-тихо-тихо-тихо. Давим, давим на ворота. Давим на ворота. Он вырубился. Выключился? Серега, у тебя батарея слабая. Это у тебя, конечно, не от Nokia. Nokia говно. Какой? Nokia класс. 3310, ты шо? Вообще, 100 лет 1% только снимется. Ну, говорит, нашел телефон в 94 году. Положил пиджак, до сих пор заряжен. Слушаем. О, в шкафу, да как ты там оказался? Эй, включайся. Ой, подлец. Проснулся. Это разве честно? В шкафу оказался, а он выйти не может. Дорога, ты выйти не можешь со шкафа. Опа. Сломался. Да блин, я чуть штаны не наложил. Серега, ну это же... Говняшек на валяшек, да? Говняшки не валяшки. Надо запомнить эту пословицу. Так.
Хорошо, Серега. Я знал, что ты злой аниматроник, но не настолько. Ты прям вообще молодец. Испугал нас жестко, кстати. Я даже не ожидал, что будет смертельная схватка. Слышите? Слышите? Он опять там что-то делает, химичит. Дышит. Вот он, вот он. Да? А, тихо! Фу, блин, это всего скример. Это всего... На другую сторону быстрее бежим! Так, пацаны, с той стороны тоже стойте. Мы должны с двух сторон стоять и контролировать. Ой, давайте поудаляем двери. Все, все, всю карту удаляем. Ах ты, блин! Я испугался, Ничего. У тебя еще может прийти. Кстати, он когда пугает, нету быстрого бега. Вы можете только медленно ходить, шкандыбать. В невидимке. Да? Вот жопа. Да ты задрал! Слышь, ты, пугач! Мне уже этот... Я на стуле стал выше сидеть, за то, что я кучу навалил. Зато кирпичный завод откроешь. Сразу жопа прессу их. Кирпичи в виде формы жопы. Собаки гавкают. Что такое? Вы его слышите? О, мелкий. Держите, держите, держите ворота! Держи, 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 максимально толкайте вперед. На другую сторону, быстрей! Он сейчас сюда придет. Мелкий! Да ты задрал, обманщик! Нормально, нормально, держим. Привет, привет. Вы его видите? Нет. Ну его слышно. Он где-то ходит тут, прям рядышком. Ого! Он сверху. Это что за челепиздрик тут ходит? Где-то, где-то, где-то он ходит. Я прям внимательно слушаю. Ладно, дверь, двери толкайте, потому что он реально может их открыть. Атмосферненько. Тогда он реально ходит и хочет нас замочить. Но у него не получится, потому что лучшие охранники собрались на этой карте. Серега, хватит пугать. Вот он, вот он, вот он! Толкаем, толкаем, толкаем ворота все вместе. Есть. На другую сторону идем, сейчас сюда придет. Ты что тут делаешь? Ты рукастая чучело. Блин, я его не слышу. Где ты? Я стрелял. О, папу. Слышь, ты шкафный. Ага, точно, это тень падает от него. Я так внимательно слушал, сосредоточился максимально сильно. Вот лапа. Серега, мы тебя видим. Лезает. Он в кафу. Вот какой кабан пришел. Ого, у него челюха. Ого, пацаны умирают один за одним. Да ну я же как бы, ну, этот, стоял там на люстре. Серега, молодец. Молодец. Давай, испоганься. Так, все работает, все работает. Ого, калитки лупашат. Закройте за мной дверь. Да ну блин, а! Ну Серега, ну что ты такой хорош? Это тебе месть за то, что ты это меня мучил в прошлых видосиках. Я тебя не мучил, какими калитками бывшими. Буду теперь каждые 10 секунд приходить и мочить тебя. Нет, я не разрешаю. Все, ребята. Закрыли, закрыли, и пусть будет так работать. Чтоб Сереге было тяжело к нам подобраться. Ой, наш. Наш там остался, заходи.
Давай, попробуй, Серега, зайти. Подвинь калитку. И тебе не хватит силы. Ты уверен, Дим? Да, 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 да. На все 100%? Да, да. Точно? Да. На все 110%? Да, 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 да. Проверни. Ой-ой-ой. Да ну как? Ну ты читер. Ребята, ну он специально так делает вещи. Мерзко. Так. О, давайте сделаем сейчас наоборот, дуэль сделаем, что Серега должен нас бояться. Я удаляю калитки. Да ты задрал! Так, пацаны, берите все оружие. Сейчас мы выдвигаемся на аниматроников. Готовы? Конечно. Так, я взял оружку. Серега, взял админский пистолет. Если ты меня попадешься на глаз, я тебя замочу. И смой его унитаз. Прям складно сказал. Да блин, значит сердце не встало, хватит. Ну, Серега, ну ты сильно... Так, знаешь, я реально испугался. Еще этот скример на весь экран. Прям немножечко очково. Испугались? Обострались. Нет. О, он взял аниматроник, который бьет на расстоянии. Да ты задрал! Как ты нас убиваешь? На первом этаже, что ли? Серега читер. Нет, нет. Вы меня просто не видите. А я стал под таким углом, чтобы вас мочить. Да ты задрал, марионеточный урод! Нифига себе она лупашит. Всех сразу, да, убила? Так. А кого, какое оружие взять? Идемте, идемте, пацаны, не сыте. Да ты смотри. Чучело мяучело. Он, короче, в комнате сразу справа. А, через стены, да, мочит? Ну, там проем есть, мы там... Ой, ой, да блин, да что ж такое? Да, он там, походу. Только псих. Давай, выходи, секунд. Выходить? Да. Ой-ой-ой. Давайте, пацаны, наваливаемся. О, стойте. Знаете, что надо взять? Красные гранаты. Красными гранатами забрасывать. Так, оружие. Ой, а он тут. Слышь, Серега, я сейчас буду злиться очень сильно. Сейчас, 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 пацаны, не переживайте. Нашел, нашел. Так. И берем оружку и красные гранаты. На, попей. Да смотри, что ж такое, а? Сам от гранаты сдох. Ты слышишь, ты? Я буду нажаловаться в суд. Давай. Ой-ой-ой, кто-то кинул красную гранату возле нас. Какой же это умный человек? Это Серега. Не, это квест. Хорошо, пацаны. Надо его... Где же он ходит? Он дошел к... Серега, ты задрал! Как с тобой бороться? А? Ну, догадывайся. Сейчас, 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 ребята. Что мы сделаем против Сережечки? Серега, тебя резать буду. Это была месть за всех пацанов. Ну, обидно то, что я убил всех. Слабо? Это слабо? Сейчас тебе продемонстрирую. Вот мощная бомба. Ого. Вот это нормально, Серега? Дорогие друзья, с вами Димас. Васаби скромник, крошка, крошка. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, кемлечки. Если опять кушать, приятного аппетита. А у нас аниматроники пугают охранника. Погнали. Пацаны, вы помните, что вас сегодня ждет?
Смерть мужчине стандартная. Да, надо успеть просто закрывать двери. Видите, вот вы не успели. Я закрыл ее. Ты не Интересно, вы видели, пацаны, что я через стену пролетал? Такого нигде не было, ничего. Сегодня злой очень я. Учите. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И каждый лайк делает так, что аниматроник все злее и злее. И если вы до следующего ролика поставите 5000 лайков, аниматроник будет настолько злой, что пацаны даже не смогут прожить и 5 секунд. Посмотрим. Сколько у вас доброжелателей? Давай, иди сюда. Ну зачем ты открыл двери? Ну зачем? Серега, кто открыл двери? Я открыл, потом закрыл. Да там, блин, Радекс там прям на обочине. В смысле Радекс? Так, пацаны, я так понимаю, что у вас нету камер, да? Нету. Отлично. Ой, я его вижу. Бежит. Можно подставить. Ну почему вы не закрыли двери? Я же закрыл, ты какашка. Давай тогда медленнее возьму, хочешь, Серега? Васраби, блин. Давайте немножко медленнее, ребятушки, чуть-чуть медленнее. Закрой. Почему? Ребята, ну это же круто, ну смотрите, я такой злой сегодня, насколько это важно. Так, у нас теперь мод есть на камеру, я могу дальше делать и ближе. Отлично, мне нравится. Видите, какие текстуры на лампочке, прям видно, какая чика старая. Вы что, смогли двери закрыть? Да, наконец-то. Нифига себе. Вы что, прогрессируете? У вас искусственный интеллект, да, начинает включаться? У нас извилины двигаются. Короче, получается, одна извилина и согнулась. Сильнее. Уходи, дверь закрой. Ой, сейчас. Что упал? Я через вентиляцию, пацаны, иду. А здесь нет вентиляции. У нас нету вентиляции. А, ну да, точно. Пошел вон. На тебе в рожу твою. Страшную. Понял. Слепи. Так, давайте возьмем другой пак. У нас есть пак, где все-таки аниматроники прикольно сделают анимации. Сейчас. Ну что, где он? Нет, его здесь. Нет. Нет. Идет брат Фокси. Он передал, что не может вас убить. А этот Фокси, он убийца людей. А это что за молодой Фокси? На тебе. Он разве же добрый? Он не стоит добрый. Верить. В данном режиме он добрый. Если он будет делать что-то такое, это значит, он злой. Уходи. Страшно, очень страшно. О, Лёх. А, не, он присел, ушел. Закрыть! Если бы я хотел вас убить, и вы бы уже умерли. Вы реально не успели дверь закрыть. А давайте теперь форму не даем. Молодцы. Серега, мне кажется, если бы ты играл один, я бы не смог тебя убить ни разу. Серега, очень мощный игрок. Кто знает? Тот знает. Кто не знает, тот не знает. По рахитному двери некоторые работают. Они плохо открываются и закрываются на этой карте? Долго очень. Понял, давайте там буду медленнее. Я ж не знал, что надо первый левел, это второй подрубил. Все, уходи. Я закрыл дверь. Тут закрыто. Да шо, Максим, ты меня бьёшь? Пацаны, на. Смотрите, что буду сейчас делать вам. Откройте двери, пожалуйста. Окно, ты шо? Ну, пожалуйста, ну откройте двери. По башке себе постучи. Ну, блин, ну, Серега. Записи поменял. Ну, мне подписчики сказали, если вы откроете двери, они поставят лайк. Честно? Да. Фух. No. Успел. Бежит. Максим нет, бежит. Не бежит. Он у нас, на той стороне, Серег, где-то. Да вон он, я вижу, сидит. Дверь открыта с той стороны, бежим. Да ты тут, я вижу тебя через... А ты, блин, негодяй, ну как? Уходи, Васаби, я вижу все. А, да? Я вижу, что ты там сидишь, я вижу твоего, уходи. Я ушел. Невидимку подрубил. Нет, ушел. Не ушел. Нет, я вижу, вот нет. Ты у них сидишь тут. Нет, он перешел туда, вот, да, вот, нет, он... Заткнись, я же вижу. Они уже ругаются. Блин, пацаны, будем брать хитростью. Я убить тебя хотел. Я хотел Диму убить. Нельзя, аниматроник сегодня очень зло, нельзя убивать. Так, пацаны, сейчас должны вы проявить свой скилл.
Сначала небольшая скорость, потом все больше и больше будет. Так, хорошо. Так, мне кажется, это уже быстрый аниматроник. Давайте медленнее возьмем. Прямо. О, нет, подожди, да, во. Блин, эророчная кабака вонючая. О, привет. Так, сначала так. Смотрите, чика, она такая, знаете, не очень быстрая. Но это первый левел, когда пацаны должны реально затащить. Так. Одна жизнь. Проигрываете, идет еще мощнее аниматроник. В смысле? Они наоборот? Типа, а будут... аниматроникам все равно. А, то есть у вас все наоборот, да? Это да, так да, так не работает. Как-то неправильно все. Так, этот аниматроник не может обмануть вас, да, никак? Да он большой, желтый. Да был, блин, кусок пельменя желтого. Хорошо, давайте дальше. Там постный пельмень. Так, пожестче. Вы успели, да? Да. Ну, у меня, блин, когда была дверь, она была по пояс, чуть-чуть ниже пояса, по пись... Короче, ты... Йо! О! Ты смысл? Ладно, ладно, я выхожу, я выхожу. Уходи. Так, знаете что, надо меня как-то красиво, очень красиво обмануть. Так, я на какую боюсь, же сторону побежать? Давайте побежим. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, клёц. Арбуз. А у вас что, была дверь сразу? Я не угадал? Нет, я закрыл. Молодец. Так, смотрите, Фокси обыгрывает. Фокси молодец. Да смотри, в последний момент. Молодцы, ребят. Тут эти вонючие ящики мне еще мешают бегать, блин. Я за них цепляюсь, как кусок... Говна. Металла. А мне нравятся эти ящики, кстати. Блин, зацеп... Слабенга! Дима, смирись, ты нас не убьешь. Да ё-моё! А ты уверен? Давайте так, я вас убью тогда, когда я вот прям зайду в офис, тогда я могу вас убить, согласны? Ну давай. Все, вопросов нет. Вы, ну, готовы вообще проиграть? Конечно. Достойно, да? Выиграть. Да не, я беру аниматроника, который очень быстрый. Марионет. Я цепляюсь в последний момент за двери там. Надо тренироваться. Есть, тренировочка прошла успешно. Ё-моё, головяйная. Иди отсюда. Вы видели, как я на соплях чуть ли не забежал? Да. Ё-моё, лакабунга. Ну, блин. Ну, вот последний момент, ребята, это очень близко. Ну, знаете, прям очень. Энергия не кончается, да? Это тоже большой вам плюс. Да. Ну хорошо. Тут где-то а что я вам скажу, если я потихонечку невидимый приближаюсь? А мы двери закрыли тогда. Хорошо. Пока чай попьем. Хлеба. Он в дверь врезался или не послышался? Кажется, болты посыпались. Дима, выходи из невидимки. Мы знаем, что ты тут. Мы знаем, что ты где-то. Максим, он здесь. Вы меня слышите? Он где-то тут. Так. У вас две двери закрыты. Как я вас могу убить? А вот он в невидимке у меня тут ходит. Я через фонарик. Да как? Иди, у тебя что, ультрафиолетовый фонарик? Да, ты если не забудь, что невидимых можно увидеть через фонарик. Я вспомнил эту фигню. Он прям ходит тут. Проходи из невидимки, Дима. Давай почувствуем. Так прикольно. Я за окном стою. А ну подсвети фонариком. Видно меня за окном? За окном? Угу. Где именно? Ну, с левой стороны получается, если от вас смотреть. Оно видно? Мне кажется, мне нравится, как вы в окна вы все третесь. Я говорю слева, вы слева. Я говорю справа, вы справа. Закончим, нет его звуков. Блин, это угар жесткий. А я вижу тебя. А вот он же. Так ты Витя, ну не убивай. Вить, ну не убей, как написано. Да хорош мне кишки из жопы выпускать. Да хорош. Ну все,
Я готов. Давайте, короче, сейчас будет смертельная дуэль. Вы готовы? Ну, давай. Выиграет сильнейший. У каждого по одной жизни. Если из вас кто-то умирает из охранников, то он ждет. Если я убиваю последнего охранника, побеждают аниматроники. Если побеждаете вы, то побеждает аниматроник все равно. В смысле? А как мне понять то, что мы победим? А я умру. 3, 2, 1. Дуэль началась. Ребята, я должен затащить. Максим, ты готов? Угу. Я жду его. Я тоже. Я тоже. А где ты его ждешь? С вами я сижу. Я иду к вам, не переживайте. Да. Точно. Вот он ты, я тебя просто сначала не заметил. Тише, не пали меня, что я там сижу. Блин, а я знаю, где ты сидишь. И где? Да ты в говно в невидимке, конечно же. А ты же фонариком можешь мне подсветить, ты что, не видел? С админским писателем? Да, я ж тебя убью. Я видел тебя, какашка. В невидимке тут. Нет. Ребят, он в невидимке, он... Да, ты в невидимке был. Ты за Булун с Роем мелкого. Балун, балу, балу, балабола. Опа. Сижу себе, сижу. Пытаешься сожрать меня? Его нет у нас в офисе? Ну тут в невидимке где-то сидит или хочет замочить нас. Да, я по одному буду высмыкивать. Максим, вам держимся вместе. Закроемся просто. Да, согласен. Он с вами там сидит. Нет, его... Открывай. Он бежит, закрой. Да ну ты жоп, а ну Серега. Я хотел тебя съесть первого. Ну, в принципе, мы победили. Идет. Все, я не буду подрубать невидимку, теперь только он видимый. Там. Он за этой дверью, я его видел. Знаю твой видимый, сейчас будет. Ну открывайте двери, открывай. Не, обойдешь. Ну вот, открыл. Не, я тебя вижу. Тварь! Господи, какая же ты тварь! Красиво поймал, красиво. Ну все, теперь будете издеваться надо мной. Ребята, ну что, Серега заморозил аниматроника. И теперь будут издеваться надо мной. Стой, отпусти его. В туалет его головой, в туалет. О, не надо туалет, аниматроника в микросхемы займут. Отключу ему гравитацию и в толчок понесу. Че, тяжелый что ли? Давай в женский его. Нет, в женском грязно. Вы че, решили аниматроника в туалет отнести? Да. И голову в унитаз опустить? Да. Я не позволю, аниматроников нельзя так делать. Можно. Мы злые охранники, Димас. Мы вас накажем. Давай, Дим. Давай, я помогу тебе. Вот так его. Чисти. Да ты голимый, не надо в туалет башкой. Вылизывай. Не могу вас вылизывать? Отойдите, отойдите. Отойдите, стойте. Отойдите, ребята. Что за баги? Что за... Отойдите. Дима, тут сюрприз для тебя сейчас. Я забагался. Там бимба? Я забагался. Серёнка, пожалуйста, не надо. Есть. Есть. Я испугался. Ребята, я же сказал отойти. Блин, а ты можешь меня разморозить? До сих пор как-то странно себя веду. Да, да, я сейчас себя разморожу, Дим. Хорошо, отойди. Давай. Васаби, отойди. Он вылазит. Дима, это не поможет. А чё? А вот. Ой-ой-ой, а ты видел меня, да, как я улетел? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и постримаем ролики еще. Серега, поджигай.